сколько у вас это? 30 гривен. А это вот в этом месте 80. Я покупаю, видите, вот тоже. Вы мне дайте такие пришли. Сколько получается по цене, ну? Сколько? 30 гривен. Это пыльца. А вот ваше мнение, у меня спор постоянно возникает. Что лучше, например? Я у вас покупал и то, а она покупает все время. Вот что лучше? То есть это, ну, пыльца или... Показания к пеленению одно и то же. Производственное перье – это пыльца. Сначала пчелка несет, цветочка забирает пыльцу. То пыльцу, которую мы перед полем ставим пыльцесборники, собираем, отбираем пыльцу. Вот такого она вида имеет. Это пыльца, да? Это пыльца, да. А та пыльца, которая пчелами занесена в улей, она добавляет туда этот нектар, и одновременно туда попадают ферменты пчелиные, как у человека слюна. И происходит процесс брожения, получается уже первый. Она лобиками заталкивает вот такие соты, только темного цвета. Ага. Ну, я, например, мне что-то нравится, я у вас, помните, да, что покупал, да. И это. Но мне нравятся эти два продукта. Что-то я как-то ее... Пыльцу не люблю, а она наоборот. Здесь за счет уплотненности, за счет концентрации вот этого это перна, горошинки, перна. Вот это, ага. В одной горошинке, 50-60 зернышек вот этой Понял. Пыльцы. 50-60 зернышек, вот в этом одном. И после этого вот в несколько сот раз увеличивается процент полезности. То есть то, что я вам и рассказывал, оно самое мощное. Вам две? Получается очень мощное, видите? А восковая моль? Настойка. Восковая моль, она идет как и биостимулятор сильнейший, и рекомендовано даже людям после инсультов, после инфарктов, где-то даже дней через 15 можно, препятствует образованию холестерина в бляшек сосудах. Вот это перво-наперво. И по капелькам можно пить для профилактики простудных заболеваний. Для усиления иммунитета. Да. Да, весна-осень. Да, да. А сколько дней она пьется? Я вам скажу, так у меня внук с полтора года пьет одна капля на год жизни, значит, месяц пьет, месяц перерыв, опять месяц, вот это весна-осень, и достаточно. Ну, я, как я говорю своим, как бы всем, ну, подписчикам, говорю, чайная ложка, утром, вечером. Ну, вам можно, да? Чайную ложечку, чайную... на столовую ложку воды. Запиваешь водой, да? Нет, разбавляешь водой. Ага, понял. Ну, ну я... Можно. Да. Все, спасибо ребенка. Большое. Спасибо. Телефон же не поменялся у вас, да? Нет. Все, до свидания. Все, вот мы зашли, купили, вы видели сами, то есть нормально. Все, здесь тоже. Еще раз показываю. В этом месте мы берем. Вот мед. Все, ставим, ребятки, лайки, подписываемся на наш канал. Это реальная качалка. И все, о меде было у нас сегодня, пирога. И другие продукты пчеловодства. Ну, то, что я вам, в принципе, говорил. Мы останавливаемся на чем? Перга, восковая моль и пыльца. Все, три продукта. Там сами выбирайте. Все, пишем свои комментарии и подписываемся. Скоро будет очень много-много интересного. Пока-пока.